У него были проблемы из-за дислексии. Очень серьезные. Он постоянно смотрел телевизор. В Америке так много каналов. С самого утра по телевидению крутят мультфильмы и прочие программы. В кино были сплошные картинки, и он мог понять, о чем идет речь. Когда мы ругали его, требуя сделать домашнюю работу, кричали на него, мы замечали, что он просто сидит и думает о том, как бы все выглядело, что нужно вырезать, где должна быть камера. На втором свидании мы ужинали у него дома, и вдруг он сказал: «Давай я покажу тебе один хороший фильм». «Ну, давай. Техасскую резню бензопилой». И я была слегка в шоке. Лучший режиссер – Николас Виндинг Рефн, фильм «Драйв». Я словно гадкий утенок. В каком смысле? Он превратился в лебедя. Следующий вопрос.